девчонки и мальчишки, всем привет! Так вот неожиданно я решила начать свой новый влог не с утра, как обычно, а вечером. Сейчас у нас уже 6 часов вечера. Сегодня вторник, и не знаю, решила вот так вот спонтанно. Как обычно, наверное, будет все-таки влог нескольких дней, всего по чуть-чуть. Итак, я хотела, почему, собственно говоря, у меня на кухне, я хотела показать, какую пиццу я приготовила. Знаете, бывает такое, что хочется что-то приготовить, но не хватает какого-то одного ингредиента. Но у меня такое бывает частенько, если честно. Вот если я заранее не продумывала, что я хочу это готовить, открываю холодильник, обязательно чего-то не хватает. Но я не расстраиваюсь в таких случаях и как-то стараюсь его заменить. И, в принципе, иногда получается. Вот сегодня у нас такая вот пицца, которая не с обычным сыром твердым, а с таким вот плавленым, как же он называется, который, вы знаете, в таких вот колбасках продается. В общем, мы что-то с мужем забыли купить сыр, а этот сыр у нас лежал в холодильнике уже очень давно. И я подумала, почему бы и нет, колбаса у меня есть, тесто я замесила. И, в общем-то, да, положила я такой сыр, немножко зелени добавила. И я думаю, что, в принципе, получится довольно неплохо на вкус. Так что для меня, если честно, нет каких-то таких заморочек кулинарных, что я могу и оладьи, знаете, без яиц приготовить, если у меня их нет, и там блины сделать на кефире, если молоко прокисло. Так что, в общем, сильно не заморачиваюсь. Да, кстати, хотела рассказать, какая у нас замечательная погода стоит уже несколько дней. Я слышала, что в Москве и в Петербурге выпал снег в апреле. Вот сегодня у нас 21 апреля, у нас очень тепло, у нас практически лето. Такое, вот знаете, градусов 20-23 днем. Ночью, в принципе, конечно, плюсовая уже температура. И по утрам тепло, плюс 6, плюс 4, где-то так. Замечательная погода, я надеюсь, что она нас не покинет. Ну, по крайней мере, дожди, конечно, обещаются, но надеюсь, что заморозков все-таки больше не будет. Вот, так что мы очень рады и счастливы, что наконец-то тепло. Что еще вам из новостей рассказать? Пришла мне, точнее, пришло мне несколько посылочек. Прекрасный запах. Дочь пришла. Чем пахнет, дочь? Пиццей. Пиццей? Будем кушать пиццу? Да. Сейчас мы будем кушать пиццу, а потом дорасскажу. Вот, на чем я остановилась. Да, пришло мне несколько посылочек. Заказ Faberlic, как обычно, с AliExpress кое-что пришло. Я все-таки надеюсь, знаете, до кучи все пособирать, что мне пришло с AliExpress в последнее время, сделать отдельное видео, оно обязательно будет. Там есть некоторые косметические штучки, о которых я хотела вам рассказать. Вот, и еще мне пришла посылочка с косметикой. Расскажу, конечно, об этом поподробнее в отдельном видео. Постараюсь продемонстрировать кое-что на себе. Хорошенько протестирую. Потом, конечно, будет мой такой общий отзыв. И да, также следите в Инстаграме. Тоже буду кое-что выкладывать из новенького, из продуктов и из косметических каких-то вещей. В принципе, сейчас я это делаю не часто, но думаю, что в Инстаграме тоже некоторым интересно почитать какой-то короткий небольшой отзыв, да, о каком-то продукте. Например, тем, кому некогда смотреть видео, да, длинные какие-то, а у меня они зачастую длинные, к сожалению, не могу по-другому. И как бы вообще Инстаграм, судя вот даже по мне, мы проверяем, конечно, чаще, чем вот смотрим видео на Ютубе все-таки. Вот. Да, наверное, я тоже пойду кушать, перекушу, вот, и, наверное, увидимся уже завтра, я вам обязательно что-нибудь еще расскажу. Всем привет еще раз, в общем-то, опять вечер, почему-то днем мне некогда снимать совсем. Сегодня у нас, так, 22 апреля. Забрали мы все мои посылки и с почты, как я вам рассказывала, с AliExpress, и
привез мне курьер посылочку с косметикой, о которой тоже буду рассказывать чуть позже, и забрала я свой Faberlic. В общем-то, да, я теперь вся в посылках, буду все пробовать на себе, тестировать, и в скором времени обязательно, конечно же, будут видео. В том числе, вот начала я использовать уже лаки, вот эти новые от Faberlic заказала я. Знаете, я вообще в восторге от этой линейки, новой линейки лаков от Faberlic CC, по-моему, умный цвет называется. Суперские лаки, просто я вообще в восторге, особенно в восторге от именно нюдовой линеечки. Там, конечно, вообще очень богатая палитра, и такие неоновые весенние лаки, и такие вот темные, вот как, например, вот эти вот, где у меня два пальчика накрашены, тоже классные. И очень-очень нравятся такие нейтральные оттенки, вот вроде вот этого. А также у меня есть вот такой серо-коричневый, еще там есть у них другие цвета, обязательно буду заказывать, очень довольна. Посмотрим, сколько с ними прохожу. Обычно они, в принципе, довольно стойкие, если использовать базу и сверху топ. Вот, так что я, в принципе, всю домашнюю работу по дому делаю практически, ну, практически всю, да, без перчаток. И посмотрим, насколько эти два цвета продержатся. В общем, такой затест у меня. Да. Сегодня у нас испортилась погода. Если вчера было очень-очень тепло и даже жарко, сегодня у нас целый день дождь. Ну, не холодно, конечно, тепло довольно-таки, но дождь прям вот не переставает, целый день льет, и я так понимаю, что завтра будет то же самое. Да, еще хотела рассказать сегодня. Муж мне рассказал про одну такую интересную игру, я ее скачала на телефон, называется «Битва умов». Я не знаю, может, кто-то играет, но я прям конкретно сегодня на нее подсела вечером. Суть в том, что выбирается случайный игрок для вас, или вы можете пригласить друга. И вот там несколько раундов, по-моему, 5. В каждом раунде по 3 вопроса. Либо вы, либо ваш соперник выбирает категорию какую-то. И вот, ну, собственно говоря, задаются вопросы. 4 варианта ответа. Вот, ну, довольно-таки прикольно играть. Проверить себя, скажем, в разных областях. Вот. Я вообще раньше очень любила играть «Кто возьмет миллион» еще на компьютере, еще на таких древних, знаете, компьютерах. Вообще люблю такие вот, ну, вроде как интеллектуальные игры. Так что могу посоветовать, кто тоже увлекается чем-то таким подобным. Да, кстати, сегодня на лице я тоже начала тестировать новый тональный крем от Faberlic. Ну, я не на все лицо его наносила, вот именно область под глазами и вот покраснение у меня в этой области. Так, сейчас смотрю, вроде такой вот он неплохой. Да, я в такой старой своей футболке сижу, даже не своей, а футболке мужа. У меня супер домашний вид. Вот, в общем, я вся в косметике, пробую, тестирую, обязательно скоро вам расскажу. Третий день съемки моего влога. И, наконец-то, я накрашена. Аллилуйя! Вы просто не поверите, какой сегодня у меня сумасшедший день и сколько уже раз сегодня я перекрашивалась. Я не имею в виду все лицо, но вот касательно губ, это просто... Я даже со счету сбилась. В общем, сегодня у меня был запланирован день съемки, и, слава богу, я сняла практически все видео, которые хотела, за исключением одного, но я его обязательно сниму чуть попозже. И, как назло, сегодня пришли ремонтировать мне трубы и пластиковые окна. Почему именно сегодня, я не знаю. Я думала, что успею отснять видео до того, как они придут, эти рабочие, но они застали меня в процессе подготовки к видео. Меня это, конечно, разозлило. Я не люблю, когда мои планы нарушаются. И, в общем, знаете, это все так растянулось, пока с этими трубами вроде не закончили. Я обрадовалась, начала снимать, только отсняла одно видео, пришли ремонтировать окна, опять я прервалась. Потом они ушли, и, в общем, я вроде как отснялась, собралась снимать книжное видео, сосредоточилась, и тут я как раз стирала, в смысле, машинка моя стирала, и я что-то такое подозрительное у меня, знаете, зашевелилось в голове, я пришла и увидела, что у меня побежала вода.
В общем, я опять вызвала этих рабочих, которые ремонтировали трубы, они опять что-то там делали. В общем, это просто какой-то хаос. Я до сих пор уже, по-моему, два, наверное, третий час. Я, в общем, еще даже не обедала. Мне еще нужно доделать кое-какие дела по дому. Я, наверное, уже их не успею сейчас делать. Придется их делать вечером, как заберу уже свою дочь из садика. Не люблю вообще на вечер оставлять дела, но, походу, придется. Вот, в общем, день такой вот, хаос полный. Еще с утра я, знаете, как назло убралась хорошенько дома, все вымыла. И тут на тебе, вот с этими трубами мне тут все раздробили стенки. Посыпался весь этот, блин, как его, цемент и так далее. Ну, в общем, это капец какой-то. У меня просто нет другого слова. У меня редко бывают такие дни, обычно у меня все спокойно. Ну, тут же это просто я не знаю. Вот, ну, как раз в тот день, когда я убралась, спокойно собралась снимать видео, вот случаются вот такие вот форс-мажорные обстоятельства. Но, тем не менее, я все равно все сняла. Я надеюсь, получилось не очень сумбурно, потому что я прыгала туда-сюда. Плюс у меня еще садилась камера. И, в общем, да, губы я перекрашивала раза 3-4. Я не знаю, как там у меня в видео что смонтируется. Возможно, я в одном видео буду с двумя-тремя цветами губ. Вот. Что еще хотела рассказать? Что такого у меня интересного? А, да, погода у нас какая-то опять странная. То есть сегодня у нас ветер, хоть и солнечно, хоть и вроде не холодно, но такой ветер, что просто какая-то жесть. Не знаю, что я сегодня еще одену на улицу. Сейчас схожу вместе с вами, посмотрю, что у меня там творится в моей ванной. Но вроде все сухо, слава богу. Значит, вроде как работу у сантехники выполнили, их не надо будет вызывать еще раз. Это просто замечательно. Значит, да, сейчас я буду обедать. Ничего сегодня не готовила, со вчерашнего дня будем с дочей мы доедать. Я готовила крылышки куриные с картошкой, люблю такое простое блюдо и быстро приготовляемое. Да, и потом пойду в садик, и вечером у меня будет куча домашних дел, которые вот я сейчас не успеваю доделать. Не знаю, будет ли у меня время что-то снимать. Не буду пока, наверное, влог заканчивать, потому что одна моя болтология, и вообще ничего мне интересного не показала, не рассказала в этом влоге. Наверное, закончу выходные его снимать. Я уже собралась в садик, решила все-таки перед уходом немножко заснять что-то отличное от моей болтовни. У нас прохладненько, и, в общем-то, ветер дует. Вот, так что я в пальто еще одела свой платочек, волосы собрала, очки... Мои любимые из магазина Нью-Йоркер, обожаю эти очки, потому что на улице все-таки солнышко есть, несмотря на ветер. Вот. А, да, еще я наконец-то, вчера мы перебирали обувь там зимнюю, весеннюю, летнюю, в общем, я достала свои вот эти, не знаю, как их назвать, даже балетки, мокасины. Не супер самые удобные, но на нынешнюю погоду... То, что надо. В общем, я такая в пальто в мокасинах своих бегу за своей зайкой-попрыгайкой в садик. А, да, мы еще такую-то обувницу вчера с мужем купили. Удобная штука, кстати. Она довольно высокая, и практически вся обувь наша поместилась. Еще кое-что осталось сюда доложить. Вот. И зато в прихожей, в общем, у нас прихожая... супер, мусор вам показала, извиняюсь. В общем, прихожая у нас очень маленькая, вот, так что обувница спасает. Всем большой привет! Сегодня уже 27 апреля. К сожалению, не смогла я ничего снять на выходных. Были тому разные причины. Я опять вот вернулась к вам уже дома, в таком домашнем виде, не накрашенная, плюс у меня на кухне полный бардак. Сегодня муж пытается починить мне стиральную машинку. Я не знаю, что у него из этого выйдет, если ничего не получится. В итоге надо покупать новую, потому что наша уже совсем все-таки старушка. Никому не советую отечественные машинки. У нас фирма Атлант. Прослужила недолго, и вот уже требует починки.
У нас сегодня какая-то ужасная погода. Вчера была жара, а сегодня прям какой-то непонятно был. То ли дождь, то ли град, то ли снег. Сейчас вроде опять вышло солнышко, но я так понимаю, на улице холодно. Вот муж поехал за ребенком, а я сейчас готовлю ужин. Самый простой, потому что некогда мудрить что-то буду делать. Точнее, я уже поставила куриные голени замаринованные в майонезе с кетчупом, солью, с перцем в духовку. И отварю спагетти. В общем, такой вот очень простой, незамысловатый ужин. Себе сейчас завариваю шиповник. Что-то я приболела опять, видать, вот все-таки эти перепады температур на мне, на моем организме вот так вот сказываются. Сейчас покажу, как я это делаю. Так, не обращать внимания на бардак. В общем, вот такой вот у нас термос. Очень мне нравится Гифил. Здесь 1,5 литра. Я засыпала сюда шиповник. Можно, конечно, побольше. Я нашла то, что у меня осталось. В общем, не знаю, сколько здесь грамм. И сахар. Сахар по вкусу. Вот я насыпала столько. Посмотрим еще, как это все будет на вкус. Залью кипятком, закрою. И, ну, дам настояться, по крайней мере, несколько часов. И буду потом принимать как вот напиток, как чай. Очень помогает. В шиповнике достаточно витамина С, больше, чем в лимоне или еще в каком-либо цитрусе. И как бы с медом можно тоже, это очень полезно. Вот, да, у меня чайник закипел. Сейчас я, в общем-то, залью это все и буду пить вот этот полезный чай. Вид у меня тоже такой болезный. Прошу прощения за него. Вот. Наверное, на этом влог я буду заканчивать. К сожалению, ничего не смогла такого особенного вам показать, чего хотела. Приняла к сведению некоторые рекомендации по съемке видео своих. Да, я заметила, что мои видео многие стали немножко такими скучноватыми, монотонными, то есть практически не меняется картинка, я все время что-то рассказываю, рассказываю. Хочу, конечно, тоже влоги сделать более динамичными, буду стараться это делать, обещаю. Пересмотрела некоторые такие, в общем, некоторые моменты в съемке и буду стараться воплотить их в жизнь, посмотрим, что получится. Вот, сейчас, наверное, немножко покажу нашей погоды, и потом мы с вами попрощаемся. Вот так вот у нас выглядит, в общем-то, наша природа за окном. Потихоньку начала пробиваться зеленая травка и листики зеленые, но их тут уже еще толком не видно, но не знаю, что будет после вот этого холодного дождя, плюс еще сегодня ночью тоже вроде как заморозки обещают, но солнышко есть. И это, в принципе, уже радует. Посмотрим. У нас погода очень-очень переменчивая, как я вам уже много раз говорила. Поживем, увидим. Я была очень рада, что вы посмотрели этот влог. Обязательно оценивайте, комментируйте, оставляйте ваши запросы. Увидимся очень-очень скоро. И всем пока-пока!